остановки. Как он чудесно в городе Кахоки. И у того рабина быстро дочки нет. Такая тонкая, как шелковая лента. Такая чистая, как мытая посуда. Такая умная, как целый Талмуда. Такая чистая, как мытая посуда. Такая умная, как целый Талмуда. И женихом у Эдиенты было двое. Бахтой Алгача и Байкмагия. И каждый день меня Яшуна обрашу. Она сводила женихом с ума. И каждый день меня Яшуна обрашу. Она сводила женихом с ума. Ой, бей! Так выходите сюда к нам, что ж вы стесняетесь. Эй! Переворот случился в городе Каховке. Переворот случился в Енчиной головке. Приехал новый управитель доброго креста. И наша Енка не находит себе места. Приехал новый управитель доброго креста. И наша Енка не находит себе места. Иван Иванович, Шусов, еще добровый. Ты тут красивый, и на вид почти здоровый. А сапоги на нем шавровые. А сапоги на нем почти шавровые. А сапоги на нем шавровые. А сапоги на нем почти шавровые. Однажды радио не находит дома Енки. А на столе лежит послание в конверте. А в том послании всего четыре слова. Прощай, уехала гражданка Иванова. А в том послании всего четыре слова. Прощай, уехала гражданка Иванова. Ой, перестал молиться на Бога, и перестал ходить в синагогу, и сбрил он бороду, усы, и стал он франтом, и перечислился одесским коммерсантом. И сбрил он бороду, усы, и стал франтом, теперь он числится одесским коммерсантом.